Если твой ноутбук сильно греется, тормозит и шумит, то, скорее всего, есть проблемы с охлаждением. Во-первых, если ноутбук не обслуживать, термопаста с годами высыхает и теряет свои свойства, что затрудняет отвод тепла от процессора и от видеочипа. Во-вторых, радиатор забивается грязью и пылью, что мешает обдуву и охлаждению в целом. Бывает, даже вот до такой степени запускают. Или до такой. Это может легко привести к перегреву, и вашему ноуту придет хана в облике дорогого ремонта. В-третьих, сам вентилятор без смазки может гудеть, греметь, трещать, петь песни Моргенштерна. И это все вас будет раздражать, особенно ночью, когда смотрите свои сериальчики. Чистая и обслуженная система охлаждения ноутбука выглядит вот так. Осталось только нанести термопасту и закрепить, равномерно затягивая болтики. Короче говоря, обслуживать ноутбуки можно и нужно. А вот если тебе похер, и в случае поломки без проблем пойдешь и купишь новый ноутбук, то я тебя поздравляю, ты еще не проснулся.